Два года реального срока получил бывший мировой судья Виталий Калинов. Ленинский суд вынес ему приговор по обвинению в мошенничестве. Еще в 2010-м, ссылаясь на связи в правоохранительных органах, Виталий предлагал знакомой избавиться от уголовного преследования. Выяснилось, однако, что бывший судья никому помогать не собирался, но за свои услуги требовал 300 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Калинов Виталий Николаевич совершил преступление, предусмотренное статьей 30 частью 3, 159 частью 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере с использованием своего служебного положения. Он был взят под стражу в зале суда. Ближайшие два года проведет в колонии общего режима.